За прошедшие сутки на дорогах Гомельской области произошло 30 ДТП. В двух из них есть пострадавшие. Это пассажиры общественного транспорта. Так, в Гомеле из-за неправильно выбранной дистанции маршрутное такси врезалось в автомобиль, который стоял в пробке. В результате столкновения пассажирка маршрутки получила травмы. Чуть иная ситуация, но с тем же результатом произошла в областном центре рано утром. О случившемся в ГАИ сообщили уже из больницы, в которую обратился пострадавший. Мужчина упал в автобусе в момент резкого торможения. Как выяснилось, опасный маневр водитель совершил вынужденно. Двигавшийся перед ним автомобиль начал поворачивать направо без включения указателя. После произошедшего водитель автобуса поинтересовался состоянием пострадавшего пассажира, однако в ГАИ о случившемся не сообщил.